Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Больше всего меня поражало всегда то, как святитель мог оставить все то, что перед ним, может быть, лежало, планы какие-то, может быть, жизнь всю свою, и последовать за Христом. Поехать в совершенно неведомую страну и там всего себя отдать ради служения Господу нашему Иисусу Христу. Мы с вами вспоминаем одного из дивных просветителей, угодников Божиих, подвижников благочестия, святителя Николая, архиепископа и просветителя японского. И сегодня празднуя память просветителя Японии, святителя Николая, очень дивным образом мы, живущие в городе Минске, мистическим таинственным образом соединяемся с далекой восточной страной Японии, где совсем еще недавно молодой, юный иеромонах направил свои стопы для того, чтобы просвещать светом евангельского учения всех тех, кто желает обрести спасение своей души. И очень интересно и знаково, и важно, что у нас в городе Минске есть такой храм, который можно назвать храмом-миссионером, храмом-просветителем, где мы, вспоминая дивного угодника, стараемся подражать его подвигу, чистоты, молитвы, праведности, святости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Странника и крещенца приятна страна Японская, равно апостоле и святителю Николае. В ней же из первого познал, если себе яко чуждаго, обаче теплоту и свет Христов означая. Прилагал, если враги твои в сыны духовные, им же раздая благодать Божию, созидал, если церковь Христову, он ниже ныне молится. И тебе, бо сынови, я еще не взывают. Радуйся, пастырю добрый наш. Святому равноапостольному Николаю, архиепископу японскому, во умиление души сердец, помолимся. Святый равноапостольный, отче Николаю, и Бога во нас. Теплый наш заступниче, святые святителю, равноапостольный Николай Японский, предстоя у престола всех царя и наслаждаясь света единосущной Троицы и херувимские соангелы, возглашая песнь Тресвятую, великое же и неисследованное дерзновение имея ко всемилостиму Владыце, молись спастися обращенным Тобою ко Христу и вся паствы Христовы людям. Мы все-таки очень люди, привыкшие мыслить о святых как о недостижимых идеалах жизни. И святые очень часто
в сознании рисуются уже как члены Политбюро. Это безупречная репутация, безупречная биография и совершенно недостижимый статус и стиль жизни. Вот. Но глубокое впечатление на меня произвели дневники святителя Николая. Да, открывается глубоко верующий человек, человек страдающий, сомневающийся, который преодолевает такие подлинные мучения от пытающегося разрушить его уныние. Вот. И лично меня очень глубоко тронула и покорила личность святителя Николая. И захотелось не то, чтобы стать на него похожим, да, мы, в принципе, все призваны, как христиане, восходить от силы силу в меру Божию, да, в меру Божьего совершенства, Божьей святости. Вот. Но захотелось вот так же, наверное, с такой большой самоотдачей трудиться ради Христа, ради Церкви, ради проповеди, Евангелия. Еще из жизни прошлой, дохристианской, приходят люди, приезжают даже из других стран и городов, когда вот приезжают, я им говорю, заходите к нам в храм. Они говорят, а что у вас там особенного? Я обычно говорю так, придете, увидите сами. И они приходят, и практически каждый потом говорит, да, это было что-то удивительное. Здесь действительно иная атмосфера. Может быть, как-то все зависит от настоятеля. Чувствуется любовь между прихожанами. Чувствуется такое особая какая-то установка каждого, кто здесь есть, и духовенство, и прихожан, и помощников храма, людей, которые рядом с храмом, на свидетельство о Христе. Но любовь к этому святому была у меня все эти годы. Когда я однажды встретился с Павлом, он сказал, что вот строим храм, будет в честь святителя Николая, в сердце что-то такое аж так защемило. Но я подумал, ладно, приеду когда-нибудь, и сейчас я здесь служу. Это действительно удивительный святой, который всем своим жизненным примером, путем жизненным показал, как можно следовать за Христом. Показал, что такое полностью оставить все, взять крест свой и идти за Христом. Очень проникновенные, очень подкупают своей откровенностью его дневники, где он не выступает как какой-то такой деятель, не выступает как такой вот прям осознающий себя архиереем человек, а воспринимается именно как миссионер. И полиглот, и дипломат. Чего стоят эти истории, которые вызывают улыбку? Самурай, пришедший его убить, ставший первым священником. Бонза буддийский, не знающий, куда усадить святителя, и смахивающий с алтаря все статуэтки, чтобы предложить русскому священнику сесть там. Это вызывает улыбку, но улыбку самую такую настоящую, хорошую. Поэтому пример святителя Николая один из самых ярких. Действительно, вот дневники и сам образ, и то, что он смог сделать, это чудо. Это чудо и то, что позволяет иногда находить силы, находить какие-то пути любому миссионеру. То, что касается сотрудничества с миссионерским синодальным отделом, то да, это проект, который уже начал действовать. Очень тихо он начинался. Получилось почти случайно, почти спонтанно, что я стал работать и в синодальном миссионерском отделе, и в миссионерской лаборатории при кафедре апологетики Минской духовной академии, и в миссионерском храме. И так получилось, что я вот так заметил, и отец Павел подсказал, что можно все эти вместе пути соединить. Идеи рождаются в миссионерской лаборатории. С помощью административного ресурса отдела и какой-то поддержки они могут распространяться, а апробируются именно здесь, на приходе. С праздником, братья! Не замерзли? Нет, нет. Ну, хорошо. Ну, молодцы. Так, есть подходящий. Звоните.